Всем привет, Кент на проводе, и прямо сегодня хотел бы вам показать секретный аккаунт разработчика. Я вас прошу, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, потому что сегодня будет действительно годный контент. Вы такого точно не видели, и я уверен, вы будете просто в шоке. Так что, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, ну и нажмите на колокольчик. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Давайте зайдем издалека. Я скажу так, что это не просто какой-то человек, который там модератор в группе ВК или еще что-то. Это действительно разработчик. Прямо сейчас я вам, ребятки, это докажу. Нам вместе с вами надо перейти в Play Market. Дальше выбираем раздел фотографии и давайте, ребятки, посмотрим. Что же вы тут видите? Вы тут видите про легенда. Да, и это тот самый разработчик. И вы скажете, это пока так, вот же ID, все, заканчиваю видео. Если вы ведете данный ID, вы ничего не найдете, проверено лично мной, можете не проверять, это 100%, потому что такого ID нету, потому что в нем всего лишь 7 цифр, такого ID 100% нету. Но я все равно смог найти этого парня под ником ProLegenda1. Ребята, вот кто бы мог подумать, но я все равно смог его найти. Также мы видим еще один ID, и опять это неправильный ID, это ID всего лишь для скриншота. Но тем не менее, посмотрите, кто самый ценный игрок. Самый ценный игрок, опять же, ProLegenda. И прямо сегодня мы найдем этого ProLegenda, и я вам покажу этого парня. И внимательно посмотрите, чей ник вы видите. Опять ProLegenda. Ох уж этот ProLegenda, я просто не могу с него, ребят. Ну, мы обязаны найти этого парня, обязаны найти этого ProLegenda. Прямо сейчас я вам все покажу, но у меня к вам одна просьба. Пожалуйста, не подведите меня, я вас умоляю, ребята, не пишите ему в ЛС. Пожалуйста, вот братская просьба, потому что он вам все равно не ответит, это 100%. Ну и прямо сейчас мы, ребятки, его найдем. Посмотрите на вот это. Просто посмотрите на вот это, мать моя женщина. У меня нету слов, я вам скажу только одно. Ребята, обратите внимание на ID. Просто посмотрите на ID, и этим ID уже все сказано. ID PRO. Просто три буквы. PRO. Блин, пожалуйста, если ты меня смотришь, ну у тебя же ID PRO, по идее ты PRO игрок. Давай сыграем дуэль. Просто дружеская дуэль. Мне будет очень интересно, снимем это на видео. Было бы очень круто. Если не сложно, отпиши мне в ВК. Хэштег дуэль против разработчика. Так, ну что же, ребятки, давайте посмотрим, что и как. Уровень номер 6. Блин, ну что-то уровень, конечно, слабоват, но ничего страшного. И да, обратите внимание на аватарку. Скорее всего, это действительно самый настоящий разработчик, потому что, ну, это его лицо, и он просто закрыл половину лица надписью PRO. И, кстати, да, знаете, что я обнаружил? Раньше он состоял в клане 2D, это клан разрабов. Но почему-то сейчас он не состоит ни в каком клане. Я не знаю, с чем это связано, но, ребята, слушайте, прям очень подозрительно. А что произошло? О, посмотрите, я сам себя в лобби приглашаю. Подождите, а что произошло? Какого лешего разработчик не состоит в клане разработчиков? Блин, а вдруг они поссорились? Не, я не знаю, что произошло, я не буду давать разные версии, но, честно говоря, это очень странно. Ладно, давайте смотреть дальше. Какое же КД? КД 0.79, блин, какое плохое КД. А, ну он же даже не откалибровался, звание бронза 1. Короче, я предлагаю такой челлендж разработчику. Если он посмотрит это видео, дай мне тайный знак. Смотри, я тебе кидаю заявочку в друзья. Если ты ее принял, то я пойму, что ты посмотрел мое видео, и мне будет капец как приятно. Пожалуйста, я вот так прям сильно-сильно прошу, добавь меня в друзья, мне будет очень-очень приятно. Теперь я предлагаю, давайте посмотрим, какое же КД в обычной статистике. КД 2.0! Обалдеть! А я-то думал, ты нуб галимый! А я смотрю, КД 2.0, так это даже выше, чем у меня! Ха-ха! Вот это, конечно, да. Любимое оружие М4, М16. Ой, блин, братан, ну это ж оружие для нубов. Ну как ты с М16 играешь? Ё-моё. И АВМ. О, вот АВМ это оружие для проигроков. Вот это понимаю. Вот это по-нашему. Но я не понимаю только одного, почему его больше нету в клане 2D. Вот, ребятки, клан 2D, мало ли кто не знал, я хотел снять отдельное видео, но ладно, расскажу в этом. Это клан тоже разработчиков. И тоже, настоятельная просьба, не пишите им в ЛС. Вот посмотрите, видите, какой ник у парня? Опять буквенный ID, вы сами понимаете, что такой ID обычный человек, ну никак не может получить. Давайте просто посмотрим на профиль создателя данного клана. Онлайн 1500 часов, то есть это онлайн разработчика, видно, что человек каждый день заходит в стендов, сидит, что-то придумает, что-то делает и так далее.
КД 1.12, ну, кстати, еще не самое плохое КД, 1.95, да ё-моё, ёшки-матрёшки, чё, даже у тебя КД больше, чем у меня, у всех КД больше, чем у меня. Короче, ребят, с нового сезона, запомните, у меня будет КД в соревновательном режиме такое, что вы просто все балдеете, вот я просто, зуб даю вам, поняли? Так, любимое оружие, АКР, МК и АВМ. О, да тут хотя бы нету никаких М16, тут хотя бы нормальный набор, нормальные киберкотлеты. Дальше. Любимое оружие в соревновательном режиме, АКР, М4 и UMP. О, вот это по-нашему, вот это понимаю. Так, давайте еще посмотрим на профиль вот этого парня, ник у него Абидуба. Хо-хо, ну и ники, конечно. Абидуба, Сильвер 3, неплохо, КД 069. Ой, блин, походу все плохо. КД в обычной статистике 1.62, ну хотя бы более-менее. Любимое оружие, М4, АКР и П90, да ну нахрен, братан, да П90, это что же оружие для нубов? Ё-моё, или я чуть не понимаю, или это оружие для нубов. Так, в соревновательном режиме, любимое оружие, М4, UMP и MP7. Я такое вообще впервые вижу, обалдеть. Ранг Silver 3, уровень 31. Ну, в принципе, нормалды. И донатерская медаль. А прикиньте, если разработчики тоже донатят стендов. Да не, я думаю, им на халяву дают через промокоды. Или они донатят. Так, ребят, тоже даю тайный знак. Кидай заявочку, друзья. Если ты ее примешь, то значит ты посмотрел мое видео. И значит у нас будет какая-то коллаборация. Ну что же, мои уважаемые подписчики, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!